Ну что, дорогие друзья, еду с очередной встречи. Обследовал творческие мастерские. Именно в плане, насколько они пригодны для детей. Сегодня вообще очень много всего наснимал. Очень много интересных встреч. И именно по программе детей. И знаете, что я вам скажу? Я вот сейчас убежден. Я ехал, конечно, с вопросом, с сомнением. Но теперь убежден, что в Медовее, то есть вот в этом регионе, вполне умещается и можно создать детский курорт. По существу он здесь уже как элементы существует, только не оформлен как вот в форме этого. И нет такого вот, что ли, не то что государственного субсидирования, а нет целенаправленного субсидирования и каких-то таких отношений с хозяевами, которые бы позволили действительно им сориентироваться и нацелиться на детей. То есть вот если сделать программу и что-то случится такое, что эту программу примет государство и сделает этот интерес для хозяев того, что здесь есть, то потенциал для детского курорта просто потрясающий. Просто потрясающе. Ничего подобного в мире не будет, если это сделает все правильно и использует то пространство, которое здесь. Я прибываю в Горький город. Наверное, это моя была последний подъем наверх, потому что заканчивается поездка. И мой вывод один. Детский курорт здесь может быть мирового уровня. Все, спасибо за внимание.